арестовали за неуплату алиментов. Житель Урая длительное время не выплачивал средства на содержание своего ребенка. В итоге у него образовалась задолженность более чем 700 тысяч рублей. Однако в тюрьму нарушителя закона посадили не сразу. Сначала должника привлекли к административной ответственности. Мировой судья назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ. Их мужчина не отработал. Затем последовало возбуждение уголовного дела и приговор суда. Нерадивого родителя приговорили к лишению свободы на срок 6 месяцев в колонии общего режима. Есть много мер принудительного взыскания алиментов. Это как ограничение должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, как наложение ареста на его имущество, как направление, если он сам не может найти работу, в Центр занятости населения. Первые в Югре гранты главы будут